وقتی ایمون و یوسف نویراشون برمیتر می شدن با ما تلفن ربای جان اشمایل تیموز اوگا جان من نویرامو برمیتر می کنم با ما تفیلنای نغز بیاره با ما ستای نغز بیاره با ما موزای نغز بیاره که من همین فاید برام برو خواه گیرم با ما چیزی ازان در کار نیست بینه تا که برای می سوم بسیم تویم این گست جونشانو می دادن الان باشه امروز اختیار ما هستن باشه سلامت ملا اونیر زبونونو ملا اونیر اشمایت ماست نوبت شد نوبت به شما Уважаемые гости, сегодня очень тяжелый день. Тяжелый день в том, что мы потеряли вот этого прекрасного молодого человека. 62 года тому назад у меня был, есть друг Роберт Халдаров из Шахрисябса, Домоти Гаврилии, Нормат. Мы с ним пошли на первый курс на занятия в институт. И вот к нам он жил в доме, где жили Мула-Рафаэль и Апатуло Акиловы. Когда вы знаете все самаркандцы, что мы дом моего отца был на Мельничной. Я выходил оттуда, и мы вдвоем шли в институт. И к нам всегда прицеплялся шестилетний мальчишка с черными глазами, красивенький, которого мы перед уходом целовали всегда и благословляли вот этого мальчика. Он хотел даже... Собрался, я тоже, говорит, с ними пойду. Но мать или отец забрали его за руку и заводили его домой. Это было 62 года тому назад. И я, вспоминая это, думаю, почему нам сегодня я должен говорить на его похоронах? Почему через полтора года мне не пришлось говорить на его 70-летие? Все от Бога. Мы потеряли доброго, прекрасного, отзывчивого, красивого, человека с улыбкой, человека черноглазого, человека красивого, человека, который создал хорошую семью. Он, разрешите от моего имени, от моей семьи выразить соболезнования вам всем, родственники, вот сидят сестры, жена, дети, братья. Сейчас я только говорил с Израилем, на Фейсбуке увидел его с утра. Очень плохой подарок с утра, его портрет на Фейсбуке. Я говорил со своим братом Исраэлем, который учился с ним в музыкальном училище. Я говорил с младшим моим братом Даниэлем, который был очень близким с этим человеком. Они были больше, чем родные братья. И он, когда со мной говорил, слезы у него текли, те мужские слезы, которые катились у него из глаз, как потерял он близкого человека. Ахматкуна, посмотрите на его фото, таким он был всегда. Как будто, когда он выходил на улицу, как будто солнце светит лучи. Как будто это солнце, каждые свои лучики дарит кому-то другому. Вот таким он был прекрасным человеком. Это был душа человека. Это был человек из рода Акиловых. А слово Акилов, это уже корень слова Акилов, говорит сам за себя. Какие это прекрасные люди.
примите соболезнования от моих братьев Израиля, от его близкого друга Даниэля и его семьи. Они очень горевали сегодня, прямо когда мы ехали, уже Израиль звонил. Вы знаете, это я только что сказал, эпизод маленький, 62 года тому назад. Великий писатель, русский писатель Шолохов сказал: ты спросил у любого человека, успел ли заметить, как прошла его жизнь. Все вот сидят седые, седоволосые, 70 лет, 80 лет, больше, меньше. И все, наверное, ответят на этот вопрос отрицательно. Никто не успеет заметить, как проходит его жизнь. И за это время он смог успеть сделать добро. Всем делал добро. Мы часто заходили к нему на 108-й в Саламандру. Как он встречал каждого человека? В чем заключается человечность его? В чем заключается его кристально чистая душа? Этот человек сам был чистой кристальной душой и в каждом человеке видел человека. Он так относился к каждому человеку. Худо Рахматкуна. Хорошо, что нет сегодня в этом зале его родителей, Акарафоэль, матери, Апатуго, что они не видели этого дня. Дорогие дети, братья, сестры, вы будете думать, мы все будем, не только вы, мы будем всех помнить его. Помните его, у нас есть хорошие традиции. У евреев бухарских есть хорошие традиции. Эти похороны, эти Йешуа и так далее, и так далее. И один восточный мудрец сказал такие слова: забудешь традиции, забудешь предков, а забудешь предков, ты потеряешь имя свое. Это человек, который знал своих предков. Он знал всех людей, относился всем добросовестно, красиво относился ко всем, с улыбкой, добропорядочный. Он всегда останется в наших сердцах и ничего он не забывал, ни предков своих, ни традиций. И вот он всегда останется в нашей памяти. Подарахматашкуна, пусть год будет у вас прекрасный. Пусть его чистый кристальный арво, который сегодня поднимется на небеса, пусть благословляет свою семью, детей, внуков, правнуков, своих братьев, всех, чтобы он был всегда в нашей памяти. Очень тяжело говорить. Рахмат Карбаша, я всегда, я вот сейчас вот стою, как будто разговариваю с ним. В Саламандре, или там где-то я его видел. Азор Мартакду Рахматкуна. Спасибо за внимание. Главный Хазабаров Баши Саламат. Действительно, дорогие друзья, очень тяжело говорить про человека, который прожил замечательную жизнь и оставил за собой замечательное имя. А плюс никогда никого не обижал. И вот сегодня вместе с нами, как говорят, на родине. Если хочешь узнать человека, спроси у его друзей, соперников, родственников, а лучше всего соседей. Соседи – это еще Самарканды здесь, в Америке. Это наш дорогой многоуважаемый Мула Абухай Аминов. Пожалуйста, Мула Абухай Рахматна Бушая, подруга Мадратона, Сейраджи Джадж Соломона, Джадж Магомеда Бушая Диабок Задар Ва и вашему брату Шалома. Rahmat Rabuşe, yetişeceğim ve bir havzadan ben oğlumla. Aleykümüddin'e uzaştık gibi orayı rahmat güne Yusuf Kabzi'ye her göçtüm değil mi Yusuf Kedi? Buraya
ישאל אותם מה שקרו. אבל הוא כתב דשתן. מה בורים למי ביוי? דשתק יש אז דוניו. Çünkü o çok inanırdı bakuat maçı bu. Bu maçı giyi ayda kılın şurada giyi. O hep ki parim bu. O için hep ki bu. Bana duha şahın bakuat bu. Ne şuma hoş. Çoğu ama hangi bu soruyu. Kudu rahmat kere boşu Yusuf'a. Yusuf, bu agara köçeni bromdiyim. Yukumaş yuraka şahın bakuat bu. Kuduşa, Kormuz kuralda metoniz ve her cihat mumda. Nigo doşta metoniz. Bir sürü dono baçı bu. Maktabı yaki az alo çiyon bu zaman bayan kunaman man hatorna me kunaman ayı cüro aslan ya çok ondaki mo maalimo bir sürü öyle nazme yedan kul rahmeti Yusuf'a. Ve kadam hala görüşü bu zaman ki Mağar kaldıran kuan, şavrus mu şurdu, şav mı şurdu? Rahmat buna tadırımı, ben bir insan varsa, Jüroşan kıtlaştığından dünya dediğim Ahmet abi dört kutu bromurat et o koyunu geriye rahmetine gidiyor yok tamam. Kendi Jüroşan kıtlaştığından ama bir dam ki o ki Jüroyu kelim bundan ino abi. Ağzı ya bir kalma seni kutuyor alçını. Bunun eğer bir bromurat gibi bir soru gibi Salamet için, mazı için de imajını alıp Şamal kurdu giysa Uriel Urmi Drog Neyloyim Muhammed Seyka Siyak Jor Seyka Siyak Jor Mokuyum Yakalı Paçol Maktal Bidim Ama Mua Al Bidim Dominoyim Mua Yakum Sporcan Gönlünü Bu Malamin Yusuf בשום מולוים בצ'בו. הבצ'גי במוזיקה חודשה, מוזיקה בגדוהם נאס וחילים מיקר. בהמין מוזיקה גותה, החשתום קלאס ברום ודוקו, רף מוזיקאי נאוצ'יל שבה. מוזיקאי נאוצ'יל שנאס תמום כרחמת כולי אליי. این طرف باشه نمیدونم چی گفت شو چی مون کانسرواتوری با میرون گفت کانسرواتوری قطع دادن تو نیست لیکن بسیار دستی خوش رو داشت برای غجر نوختن سکریپک نوختن همه اسباب بایی نوختن میتونیست روباب، تاب، ریجاک، من این پیانین، اکاردیون، همه چیز رو وقت میتونیش یوسف. یوسف هم احشتون چیخی میکن بدرون اینا هم درسی میانی و میخونندن و مشه که آبش ابرزوات این نمیدون. هم چیخی میکن و هم این اوچیلیشیه و یاشو میگذاشتن همش بحاش نخ بود. ما به وقت در دل آمدم و چیلیشی یک سال دو سال به وقت در آمدم و برانده رفتیم ارمی همی که دی من یوسف باشه رحمت کنه الهیم ایش رحمت کنه تا من تن عدد نیست خدا رحمت کرده باشه ولی گفی بیشاره میزنیم با خدا خد یشو آشقه دیلاتونه
да не набрито обичо, амин гуньо, гуньо взором. Хоси одим из огна мешо никогда, чеки хашем и бора. Хоси хам гам мешо. Бла рахмат кера боша.
strong. The strong هرگز مپرسد هیچ از داغی جگر از همه داغهای هجران مشکل است داغی جگر در بیدی کس تیغی حسرت را عمر باد می زند آتشی را محنگر بر دل است داغی جگر مستمود در آبی چشمم وی حاصل است داغی جگر عالم دنیای روشن تنگ و تار است در نظر تا که جان دارم به پایم وی زنجیر است داغی جگر سوی حیوه رام بر او منزل است داغی جگر ای خدا رحمت کرده باشد ای الهیم بر یکی گذاره هم میکرد هفته ای رو احساسیم رسانتان اما گفت بدستی جان جگر ها پسرشان، دخترشان، زنشان، البته اخیرش تاورا اینا همه کشه خدا با نیکی نکش ببینه ایلای خدا بشکر یوسف اپشش موندگی سلید تیزی کلام نفر تو گذاشت از ما باشن همین در آبینا که فرزند ناک نویر ناک کلی دوما توی هم توی هایی که نومی کرد بودگی من هم به اینجا خونده با اورش ازرائیل هم داد از سمرخان هم داد اورش اینجی من هم این برد سایتان خودم از ساعتی پنج پنگاهی بلاس من چند پنج ساعت نشده من هم کسا آدم جمع شد اگر اینه تو یک روز نگاه بداشتان اینجا جای هم نمیشد حالا آدم بیروش دیم مرده خدا رحمت کرده باشن به نیکی بذارم ایش رحمت نو آب خواهی خزه باش و سامان در گلیزیم برو خوشم پاکوی نمونو یوسف ویده باب زنوی تیو زینا انی پجنینی سویر دیتی ویدلی زموش самое главное когда два года тому назад почти скончалась Апатовьон мной Йосеф, он старший сын и он говорит, Рабайджон хамин чеки джанан имени Гоя, хамуно куне. Говорим, но если ваш руку псили колонии, он говорит, хамин джана мо, бомо хам ака хам додан, хам джан хам фазан, хам хе куне ки, хамин баче хуса шуве,
چون این رحمتی مادرشان هم خیلی وسیع نگی همین ایمین چکی همین میکنن چون این تو که وقتی جاری и вот все сестры, все братья, они положились на Эмину, и все были рядом с ним. Я хочу сегодня сказать, покойная Апатовья, она всех детей любила, всех своих внуков уважала, любила, но вот у нее было для Эмили что-то другое отношение. И вот это то, что отношение у бабушки было и у дедушки, это все передалось родителям. Я вам всем благодарен в этом. Имени дай Бог вам здоровья. И дай Бог здоровья детям Мулы Йосефа, что какое они дали уважение со всеми казанами. И детьми Илеса, и детьми Эси, и детьми Саны, и детьми Гавриля. Они, вы все, дали огромное уважение и почет своим дедушкам и бабушкам. Это уважение, это, друзья, вернется вам с благословением, как покойный Мацис Гарин Джандедейш, Ахудзотас, اروخ شالکون جا که میری برای آنم به طوله ایتنگو نکنم باشتان فرزنده این را دو باشتان یا خشو داشت سلو من براتو نبا یاسف اکیل بخواه لیلو نشمد ملا یوسف این تو بیا رو خشن تن خیلی بگنیدم я думаю за всю мою жизнь самые тяжелые выступления делать это сегодня, где я гордился, что в Нью-Йорке живут три Йосефа Килова, и мы очень много раз встречались на Филузе вместе. Когда 8 месяцев назад мы услышали, что он случайно заболел, мы не могли поверить. Ровно месяц назад я поднялся к нему в госпиталь, своей жене попросил, чтобы она осталась в машине. Я сказал, 15 минут я выйду. Я зашел к Мулу Йосефу, сидела его дочка с ним. Он говорит, Йосеф Джон, манавис. Леки на мигнячка. Дома айнодовали сидели. Хайнгелой мол. Дома тут у Сетегалку статья, кто был Йосеф Молобово. И он начал. Он начал рассказывать, я сын своего отца, я не знал, что он знал. Он стал рассказывать, продолжать, какие знаменитые у нас предки были. Потом он, вот на часы уже я возле него сижу, час и 15 минут. Он говорит, я зайдем, зам отпазывает за мной, начнем. Объем, а ты как ты долго нам. Он говорит, знай, каждый утро я надеваю твиттер, в шаббат я спускаюсь, я пойду в синагогу, я иду в синагогу. Я говорю, я жду, гоголь, человек, на Иисусе. Сказал слава благословения. Я набею, Адонай, ему же, не мог набею. Эля, Арон, мой манал, не мог, год вам будет, не Исраэль. Потом Иваля Хитха, Ашем Бишмалеха, я был в шоке. И он когда пожал мне руку, я почувствовал силу. Я сказал, не может быть, что доктора говорят, что он месяц-два придет в этот мир. Прошло 3,5 недели. Он вышел из комнаты, проводил меня до лифта и пришел обратно. Я хотел бы сказать так. Всю ночь я не мог спать, потому что вчера кто-то моей жене сказал, Шарона, это племянница, сказала моей жене, вы знаете, наш дядя Йосеф Акилов, кому попал? Я услышал, что не может быть. И с час ночи до 5 я никак спать не мог. 5 часов я бежу, заснул, на 7 утра я вижу, как я текст разрушу. Я вам скажу одну вещь. Это боль, которая у нас сегодня есть, словами невозможно высказать. Здесь я стоять, плакать, кричать, ничего не поможет. Но знаете одну вещь. Йосеф Акилов, его красота, его человечность, его дружелюбие, его мудрость, то, что он мог на инструменте играть, то, что он мог высказать свою мысль, то, что он был мудрый, скромный человек, это никогда не забудется.
говорил Гемара Мутара. Гемара Кидушин, страница 72, В. Адшело шака шимсо шел Эли, пока солнце Эли Акоэн не село, зарха шимсо шел Шимуэль, уже родился Шимуэль. Ханах бьем, шемет на Биакима, но ладно Рэби. В день, когда скончался на Биакима на Йом-Кипур, родился Рабейну Акадош, который все Мишны написал. Запомните. Мир без праведника не остается. Один цадик уходит, один цадик рождается. А тогда мы плачем почему? Почему мы плачем? Ответ такой. Чтобы этот новый цадик стал как старый цадик, надо 40 или 50 лет ждать иногда. Вот почему он плачет. Кто был Йосеф Акилов? Я вам объясню. Он 1983 год, город Самарканд. Пришел навещать всех Акиловых. Тиша Баал. Говорит, Акилюш, я вижу здесь Акилов, Хискио Акилов, Сара Акилова, дочь Авес Бадала. А где наш дедушка Молой Йосеф Акилов? Мой папа говорит, иди, Айсюфзар. Он говорит, а почему? Он говорит, ты над его могилом стоял. Йосеф Акилов, который своего прадедушку в жизни не видел, стал плакать и говорит, подождите секунду. Как это так? Внуки, правнуки оставили так, чтобы прадедушки могила ушла под землю, никто об этом не знает. Тут же, не уходя с этого места, он позвал Славика Ахунова и исправил могилу. И месяц назад он сказал Йосеф Джон, Акед Робен Барахмат Гой, то, что мы сделали, уже 30 лет прошло. Он недавно поехал в прошлом 2 года назад, и он все это реставрировал, все это одинаково на один левел сделал. Я вам скажу одну вещь. Зина, супруга, дети, Арон, Оля, Анжела, Рошель, Жанна, Миша, тетя, Благовей, тетя Эся, Малой Лову, Иммануэль, все казаны наши, примите наше соболезнование. Нету слов утешения. Я себя как держу, Бог знает. Потому что, когда у вас одинаковое имя, вы чувствуете боль другого человека. Я не хочу идти туда глубоко, но я хотел бы сказать, Малой Йосеф, он был Йосеф Ацадик. Он был большой цадик. Саламандр, магазин, где Левиев, Шлому, Саша, который работал, Марик Левиев работал. Это не был его магазин. Он ходил, говорит, Малой Йосеф, амин, герда, духтарим абурим. Так он со всеми клиентами обращался. У нас был момент, мы молились в ресторан Амадеус. Арон Акодыш нужно было вынести, там была свадьба. Не знаю, куда поставить. Саша сказал, занесите к нам магазин сзади. Вот этот Йосеф Акилов, свою будку, он поставил себя, как бы сказать, в стресс, поставил на стороне Арона Кодыш, чтобы он безон заходил, безон выходил, и там работал в чистоте, чтобы 2-3 недели вот эта будка, вот этот Арона Кодыш остался там. Эти хорошие дни не забывайте. Мы только открыли синагогу, он пришел, поддерживал нас. Всегда теплыми словами общался. Он говорил, Йосеф Джон, Яхтегал Занам, Азерки, Акулев, ой, он же гандежный есть. Хамекино, вот такие интересные фразы говорил. И сегодня он ушел с этого мира. Когда мой папа скончался, для нас был всех шок. Он вот так меня обнял сзади и говорит, я хотя говорю, я говорю, а? Он говорит, нам Авром и Толмас, мне успокоит, кем Амехан, ты успокоит, сказал. Я говорю, хай чхэн. Он говорит, Авром и Толмас, говорит так, Йосеф, ему, Йосеф, ин Илюши Окил, ин Авром и Толмас. Как это второй не может быть, так и это второй не может быть. Он говорит, Йосеф Джон, холда дед Йошав там, лекин, второго такого в мире не будет. За это стоит успокоиться. Я скажу, братья, сын, дочери, супруга,
такого второго не будет. Джошон Баганеден Боша. Собеликий Бузыра. Вай Азово, вай Тфило Хондано, вай Грон Шуданим Мьонихах. Ду автосе автопечка на свой бед Гавриэль. Как мы молились. Хашем Даяна Вамед. Но, слава Богу, Фазандой Ковиль, Неверой Ковиль, Бохудохат Авера, Фар Авера и Борафтам играл Худохат. Номинек, я вот номинек. Джошон Баганеден Боша. Thank you. Хазарбанов, дорогие друзья, я сегодня хочу принести также соболезнования и поддержку семье Синхаевым, Илябаевым и Алаевым. Огромная благодарность Келин Оля, что она давала поддержку мужу и всегда посылала супруга, чтобы он пошел, навещал родителей и поддерживал папу. Большое спасибо таким Келинам, которые понимают мужа. Дай Бог здоровья Домотам, Рошель и Миша, что вы дали огромную поддержку вашим супругам, то, что отправляли, чтобы они были поддержкой для матери и для папы. Божьим Саламат, Айнолог Дубоштон, Нохнухат Абушин Йохшуа, Бахамикимова, Салашом, Никив Гузеля. Я хочу дать сейчас двоюродный брат, я Бог здоровья, наш дорогой многоуважаемый, Но Амон Акилов. Пожалуйста, Но Амон, снова вам. Очень тяжело говорить сегодня. Я хочу сказать о том, что действительно сегодня утро не доброе для нас. Но хочу сказать одно большое вам огромное спасибо за то, что вы сегодня с нами пришли проводить моего двоюродного брата. Соболезнования лично от моих сестер. Сарочки, Эси, Анжелы, Оли, Зиночки. Худорахмат Ашкар вашей Раиме. Вы сделали все, что могли. Зиночка, огромное спасибо вам, детям, которые сидели по 24 часа. Это очень тяжело. Поверьте мне, вы сделали все, что нужно. Раку Хаммеки Одан Лахсуата Шас. Айнба Рози Шилипа. Но Худоты Римикники, Худо Рахмат Караваша, Рафойна Кимая, Туа Кимая, Ки Хамина Натита. Это главное. Я хочу сказать большое спасибо Грише, Ильосу, Дому Тоба, Дому Художка, они были каждый день в больнице, дома, дома, больница. Все вот эти вот 2-3 месяца. Всем еще раз огромное спасибо за то, что вы пришли последний путь проводить такой холодный, холодный день. Художка Маткара Ваша Ирайна. Солаш, Мэр, Солаш, Бенеки, Гузера Ирайна. Илоем дига поной шмоба, ягом амхе гузой бат нашел. Большое спасибо. Спасибо лично Давиду Акилу, он этими днями был с нами. Огромное спасибо за его труд. Поверьте мне, это даже эмоционально смотреть на больных, каждый день вот так вот проводить, это не каждый может. Огромное вам спасибо, дорогой. Большое спасибо, Боже Самад. Дорогие друзья, еще один преданный друг этого Авлота. Наш дорогой многоуважаемый Ошер Бараев. Но Ошер, пожалуйста, слово вам. Я могу даже отметить, что Мло Ошер, дай Бог здоровья братьям Грише и Лёсу, он для Мло Йосефа Акилова, он как родной брат. Мы также благодарны для Гриши и Суба вам. Вы не только дом от нашего Авлота, вы тоже брат нашего Авлота. Боже Солнце.
Мы говорили, что он дал, что там все автомат. Человек я обухаю, положил должно натомить. А? И еще, а там пачек еще мы дома. Жить я тумка, мать тумка. Один чуть армия умра. Бади бай театром тока, театр оперы полипа. Дома я долдар бой будет. Что за бомб? Ханеру, дилеш тазе, халалу пакта, хама караш. Ва айле мунда, ва джура ха мунда, ва хиштар ха мунда, дилеш ва хама як туйду. Дарфор мишу ярдама меда, что за бомбиш як тараф ру. Гепи ганде ме фамид, джуваб не меда, бодураш ме бейд. Як хила бу тамке хефек ме каран ага. Амихил бу бодураш ме бейд. Ну я кесели аджуа хомеш сюда проводит, если я не кесели, хамке кесели его вахут, кесели, ки дава дарат я не, а я хас а я не санамке. Мам не будет розе, ки пеши Иосиф, рафте болткаре нашла, мали бахти назв дегеш, ма рафте омоту мабу, пасте она кучика, чачакаре болткаре мештим, нарди болткаре, یا خانهش به نامتیم، همون که بازگره میشتیم سکریپکه یاد میگریم، آشاره که تنباره گریم بیمار جور شویم، یک نوازیم بدونی موزیکت و بدونی سنعت رو، سنعت بسار دوست میدار از معلمی همین رژاک نواخته گیشه، یاد بشته گیشه از تخلق دکت از فیشی که باید هم خیل تعریف میکه فقط که استای من همین کس بودن گفته بینمین تخلص میدون معلومی همون با یک همی کسیل یکو واخرد نبود روزی که من درامده نبرو میخوانه باید به درامده این برداری میدودم این زنشان زینه بچه هاش دامات هاش دادر ها جانبازی کرن نشود اخیر نشود نتو را پت اخیر جد زدن زبانی خودش کتی گفت که آشرکه گفت منه دکترا شکستن منه خیستنم بگو مابتی گفایه کرد مابتن جانه اکش در بامده در بانشان خدا میتیه رحمه خود میخیزی که باقا هر بار روان که دل بلی داره میشتم اطبایم دینه حالی درام بم این پیشتم درام بودم عرض مهم شدم